Значит, я напомню, что я не так давно в ходе произнесения послания президента вынужден был сказать довольно печальную вещь. По мнению международных экспертов, глобальная экономика вступила в полосу большой или великой депрессии. И это уже не просто красивые какие-то, так сказать, мощные сравнения. Это, на самом деле, к сожалению, экономический факт. Во всяком случае, тренд, который образовался в международной экономике, в мировых финансах. Поэтому все наши решения, которые мы с вами принимаем, должны сообразовываться с тем, как обстоят дела в мировой экономике. Да, мы с вами очень неплохо прошли кризис 2008-2009 годов. Очень неплохо. И нам нечего этого стесняться. Мы об этом неоднократно говорили. Но впереди не менее существенные испытания. И мы должны об этом абсолютно откровенно, честно, на простом, но хорошем русском языке говорить нашим гражданам. Они должны понимать, впереди трудности –